Всем привет! Добро пожаловать на канал Кухни на любой вкус. Сегодня готовим ароматный хрустящий картофель в духовке. 500 грамм картофеля в мундире очищаем от кожуры, разрезаем на крупные кусочки и отправляем в глубокую емкость. Добавляем соль по вкусу, черный молотый перец, прованские травы или любую другую приправу на свой вкус. 3 столовые ложки растительного масла. Все хорошо перемешиваем. Добавляем 4-5 столовых ложек панировочных сухарей. Кладем картофель на противень и отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 30-35 минут до золотистой корочки. Наше блюдо готово! Я желаю всем приятного аппетита! Подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус и до новых встреч!